Таразе задержан подозреваемый в краже велосипеда. В городское управление полиции поступило заявление от 31-летнего жителя о краже его велосипеда около 9 часов вечера в одном из микрорайонов. Общая сумма причиненного ущерба составляет 60 тысяч тенге. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 29-летний житель областной столицы. Подозреваемый похитил велосипед и на проданные деньги собирался приобрести алкоголь. Мужчина полностью признал свою вину. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Кража». В целом, с начала года по области зарегистрировано 65 фактов кражи велосипедов. Из них в настоящее время раскрыто 54. В основном такие факты происходят в подъездах многоэтажек возле магазинов и супермаркетов.